Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Динчик, поздоровайся с своими друзьями. Привет, привет. Сегодня у нас очень интересная игра. Мы будем изучать понятие широкий и узкий, устраивать, наводить порядок. Да, устраивать бардак, наводить порядок. У нас есть бутылочки различных форм. Пластиковая вот есть 1,5-литровая, один держи. Вот такая большая 5-литровая. Из-под йогуртницы баночка. Вот такая с красной крышкой. Какого цвета крышка, день? Красная, хорошо. И вот баночка из-под фрутоняни. Видите, у нас лежат различные предметы. Сегодня у нас работает моторика и понятие узкое широкое горлышко, да, день? Понятие узкий широкий. Давай мы с тобой все откроем. Открываем няню, давай. И вытаскиваем все предметы, которые у нас там лежат. Давай, мама тебе поможет. Давай, вот эту бутылочку откроем, большую, 5-литровую. Смотри, у нас с тобой разные крышечки. Мы с тобой будем учиться навинчивать их для моторики, правильно? Учиться засовывать предметы. Давай, мама тебе поможет это открыть. Это у нас баночка из-под йогурта. Давай, откручивайте. Хорошо. Давай, вытаскивай два. Правильно, там цифра 2. Видите, мы еще и цифры потренируем. Дениска, а у тебя еще вот эта баночка, смотри, закрыта. Открывай. Там циферка 3, да? Это как у нас это, сюрпризы. Есть киндер-сюрприз, а есть банка-сюрприз. В банке-сюрприз цифра. Циферка 3. День, смотри, у нас с тобой горлышки разной ширины. Вот здесь совсем узенькое горлышко, да? А вот здесь очень широкое горлышко. Смотри, какие разные горлышки, да? Попробуй в каждое горлышко что-нибудь запихнуть, засунуть. Смотри, у тебя все горлышки разной ширины. Вот есть совсем узкое горлышко, видишь? Друзья, видите, совсем узкое горлышко? А вот есть совсем широкое горлышко. Есть среднее, да? Давай какой-нибудь предмет засунем туда и попробуем закрыть. Вот давай в эту бутылочку что-нибудь засунем. У нас только одна вещь сюда влезет. Во, в этот 3 влезло, видишь, как хорошо. А закрыть? Давай закроем баночку. Давайте закроем циферку 3 белой крышечкой, Дениска. Хорошо, давай тогда вот сюда что-нибудь положим и закроем вот этой крышкой. Давай. Так, это ты вытащил. Хорошо. Смотри, у вот этой баночки горлышко более узкое. Сюда циферка 2 не влезет, день. Давай вот сюда знак равно засунем. Давай. Или один. Вот, один влезло, видишь? Потому что горлышко уже. А давай теперь закроем крышечкой. Хорошо, давай 3. Попробуй 3. Видишь, 3 не влезает туда. Горлышко слишком узкое, и оно не пролезает. Не влезло же, да, день? Не влезло. Не влезло. Давай циферку 1 туда засунем. И закроем. Давай. Давай, помоги папе. Закрой. Закрой крышечку. Давай, моторику потренируем. Посильнее нажми, чтобы она хлопнула прям так. Вот. Так, это мы закрыли. Давай уберем. У нас упрощается задача. Давай большую. Ну давай другую, смотри, Динь, у нас другая, у нас, смотри, сколько бутылок, давай большую, в большую чего-нибудь положим, давай. Динечка, смотри, у большой тоже не очень широкое горлышко, давай сюда знак равно засунем, держи равно. Сюда хочешь, хочешь циферку 5, ну давай. Видишь, не влезает цифра 5, давай знак равно туда, давай. Давай, помоги папе, засунь туда равно. Давай, засовывай туда знак равно, вот. Не хочешь маленькую крышечку? Ну давай, вот. Давай закроем. Давай закроем. Давай, помогай. Крути. Крути. Как часики, да, ходят. Вот так вот крути. Отлично. Все, завернул. Убираем, да? Все, у нас там знак равно. У нас, смотри, еще баночки остались. Совсем широкое горлышко, среднее и узенькое. Давай что-нибудь широкое вот сюда положим. Давай циферку 3 вот сюда, в эту баночку.
хочешь вот в эту баночку? Давай вот в эту баночку цифру 5 из конструктора. Клади. Так, клади. Отлично. Клади, клади. Давай закроем. Давай. Мама поможет тебе закрыть. Вот, смотри, все. Там у нас цифра 5. Это у нас как... Что, как ящики для хранения, да, вещей? Денечка, у нас, смотри, вот это очень узкое горлышко. Давай сюда вот от конструктора элементик засунем. Давай, так. Старайся. Вот, вошел. Давай закроем. Какой крышечкой? Какого она цвета? Красная. Давай, старайся. Вот. Давай, папа тебе чуть-чуть поможет. Смотри, мы сейчас ровненько с тобой. Давай, крути. Крути. Крути, да, как часики. Хорошо. Вот такой молодец. Все, закрыли, да? Смотри, у нас осталось две. Вот, к сожалению, эту мы закрыть не сможем, потому что мы уже упаковали пробку от этой бутылки в большую бутылку. Денечка, сюда что влезет? Смотри, цифра 2 не влезет. Цифра 3 тоже не влезет. А вот значок минус влезет? Давай. Отлично, все. Это мы храним вот в этой бутылке. И все, давай 2-3 засунем в большую банку с широким горлышком. И закроем, да, красной крышкой. Вот теперь можешь попрощаться. Друзья, вы были на канале Baby Go. Мы старались для вас сделать очередное познавательное видео. И будем стараться дальше, так что подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Ди, что надо сказать? Пока, друзья, помаши ручкой. Или поцелуй. Поцелуй друзей. Пока-пока. До новых встреч.